Кыргызстан сегодня официально открыл границу. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом Кыргызстана сегодня официально разрешил открыть границу для граждан 31 страны. В списке есть Россия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список стран, гражданам которых разрешили въезд в Кыргызстан. Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония. Отмечается, что в перечисленных странах наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Уважаемые братья и сестры, если еще будут какие-то новости об открытии границ между Содружеством независимых государств с Российской Федерацией, мы обязательно вам сообщим. Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ждите от нас хороших новостей.